Вопросам поддержки предпринимателей в нашем районе уделяется большое внимание, неоднократно подчеркивал Андрей Иванов. На сегодняшний день администрация заинтересована сделать услуги Сбербанка доступными и удобными для представителей малого и среднего бизнеса. В Одинцовском МФЦ состоялась трехсторонняя рабочая встреча, участие в которой приняли представители Сбербанка, администрация Одинцовского района и многофункционального центра. На данный момент сторонами ведется работа по подготовке рамочного соглашения, которое позволит предпринимателям получать банковские услуги непосредственно в многофункциональном центре. Договор будет подписан в рамках пилотного проекта «Одинцово вперед», который реализуется среднерусским филиалом Сбербанка в Одинцовском районе совместно с руководством муниципалитета.